Вот с этих заготовочек мы сейчас попробуем сделать якута, ну или венка. Вот есть у нас две заготовки, сейчас мы их будем готовить к парковке дома. Можно, если значит опыт есть парковки какой-то, можно сразу что сделать? Сразу взять, вырезать носок, да, сделать маленечко здесь спуск и потом ковать. Но мы будем считать, что опыта нет вообще никакого. Поэтому мы возьмем заготовку и нарисуем на ней клинок. Так, делать будем под правшу. У меня вот есть парочка заготовок, я сделаю под левшу, а этот мы сделаем под правшу. То есть дом у нас будет с правой стороны. Так, здесь рисую нос. Ну, схематично все, да? И рисуем дол. Зачем дол рисовать? Ну вот тут вот по краю стукнем, и у нас лезвие уже нормального не получится. В принципе, вот этот рисунок нам нужен, чтобы было куда целиться. Потому что или по черному стучать, куда попадешь, или вот сразу по белому будем стучать. Он, когда нагреется, должно чуть-чуть быть видно вот этот вот рисунок. Ну вот, как-то так. Глядите, у нас нету здесь никакого горна, зато у нас есть вот такой вот молоток. Я здесь приварил шарика подшипней до конца, но можно просто на наждаке вырезать форму, какую надо, ну или что-нибудь придумать для того, чтобы дол выбивать. Вот у нас есть наковальня, есть вот на печке стоит, если нет наковальни, кусок рельсы, есть щипцы, но подойдут плоскогубцы. Все, теперь ждем, когда нагреется. Так, проверим, как у нас нагрелись. Вот момент, да, только положим, уже у нас есть. Вот видите, белый, видно вот это белое. И все, и поехали. Ну и опять в печку. Так, друзья смеются, говорят, сначала сказали, давай мы тебя поднимем наковальню, на эту поможем, на чурку поставим, будет удобнее ковать. Я говорю, да мне удобнее, говорю, когда она так стоит. Вот они говорят, не каждый нож куется
Вот так, чтобы перед ним стояли на коленях. Не, мне в самом деле так удобнее. Ставлю, печка у меня тут рядом, все, все удобно. И проверишь, еще клиночек подожди. Вот, а, то есть первый раз вот по красочке мы прошлись, там уже получилось у нас замятина. Мы уже видим, куда стучать. Главное, по краям не попасть, а по краю попали, все, мы загубили уже заготовку. Поехали дальше. Потихоньку, маленько загибается, как нам надо. Главное, поддерживаем все ровно, гнуться не даем особо, потому что выпрямлять потом не очень хочется, когда сильно уж поколебит ее. Черкой подгреваем угольки, чтобы у нас температура была. Вот, я думаю, ну весьма наглядно, да? То есть у нас в печке клинок лежит, никаких нету, ни горнов, ничего. Просто вот на углях мы, даже не угли клал, а вот брал вот дрова. Дрова прогорают, и на них уже вот я раскаляю заготовку до такой температуры, когда можно, по крайней мере, дол проколачивать. Ну вот, нормальный дол можно за 3, за 4 раза так вот простучать. 65 г стали. Кому клинок делаем? Вот у нас пластина моя. Стучим, стучим. Не знаю, видно, не видно. Вот что получается. Все, как только темнеть начинает, ковать нельзя. Я вот повешал переноску сверху. Сейчас не очень хорошо видно. Нагрев, она все-таки заглушает. А если без нее, то в камеру плохое видео получается, некачественное зерно. Быстро нагревается. То есть в условиях вот обычного гаража где-то на даче, в печке, да, да, запросто. Запросто. Закалка, конечно, будет сложновато, там температуры другие. Но вот отковать, сделать. Ну даже если у вас есть заготовка готовая, прийти к кузнецу и попросить его закалить. Это будет гораздо дешевле, чем вы пришли и заказали себе нож.
Я думаю, достаточно. Приходится вот тут свиваться всяко. Так, что у нас получается? Получается у нас клиночек вот так вот с выкованным долом. Сейчас с другой стороны возьму. Вот он, да. Вот то, что мы сразу не вырезали вот здесь вот острие, да, клинка, мы теперь можем нашу упаковку обыграть уже, в зависимости от того, как проковался дол. Пусть остынет. Дальше можем как? Взять, зажать в тиски. Взять плоский напильник. Плоский напильник обыкновенный. И вперед. Смотреть, что получилось. Напильник, хорошо его сейчас берешь. Конечно, но можно. Вот поэтому мы сейчас сделаем все это быстрее. То есть видно, да? Вот просто печь на гриле отковали дом. Вот ничего сложного. Никаких горнов, да? Продолжим пока. Не забываем рисовать. На гриндере, конечно, у меня просто ленты много. Можно на гриндере. Вообще я здесь болгаркой отрезаю. Потом уже надо дойти, а так еще проще.
такой вот получается у нас якутенок. Это на черновую, конечно, это обработано все. Ну, что-то уже видно, да? Вот с этой стороны будет примерно так. Я вот вечером приходил печку в гараже топить. Приходил вчера, позавчера. Вот вчера отстучал, чтобы угли не пропадали просто так. Так, это сегодня. Вот. Все здесь остается, что нам довести до ума, то есть сделать линзу с обратной стороны. Видите, да, какая линза идет у нас. Закалить и отпустить и заточить. Вот, ну а потом ручка, гарда или больстер, да, все сделать красиво, и будет у нас симпатичный нож. Так что вот такой дол выковать, это ничего такого сложного нет. Вот, да. Никакой тайны нет, никакой сложности нет. Можно самому себе сделать нормального якута или ивенка, да, и пользоваться с удовольствием. Вот, будет их, наверное, штук 6-7.